Согласно закону инерции, тела сохраняют состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока на них не действуют другие тела. К этому закону Галилей и Ньютон пришли, наблюдая движение тел относительно Земли, то есть в системе отсчета, связанной с Землей. Но только ли в такой системе отсчета справедлив закон инерции? Опыт показывает, что закон инерции соблюдается и на судне. И в вагоне поезда, если они движутся относительно Земли, равномерно и прямолинейно. Системы отсчета, в которых выполняется закон инерции, называются инерциальными. Любая система отсчета, которая сама движется равномерно и прямолинейно относительно какой-нибудь инерциальной системы отсчета, например, относительно Земли, также является инерциальной. Свойства инерциальных систем отсчета рассматривал в своей знаменитой книге «Диалог о двух системах мира» Галилей. Вот что он писал. «Заключите себя с приятелем в зале под палубой корабля. И пустите туда мух, бабочек. Пусть там будет сосуд с водой и в нем рыбки. Подвесьте к потолку сосуд, из которого вода вытекала бы по капле в другой сосуд, находящийся внизу. Пока корабль стоит на месте, эти летающие и плавающие животные будут двигаться во все стороны. Капли будут попадать в подставленный сосуд. Заставьте привести в движение корабль с какой угодно быстротой. Если движение корабля будет равномерным, вы не заметите ни малейшей перемены во всех явлениях, и ни по одному из них не в состоянии будете судить, движется корабль или стоит на месте. Нельзя заметить никакого различия в поведении мячика при игре в настольный теннис, на палубе равномерно и прямолинейно движущегося судна и на земле. Точно так же мы не заметим различия в движении мяча на земле и в вагоне поезда, идущего равномерно и прямолинейно. На основе этих наблюдений может быть сделан вывод. Во всех инерциальных системах отсчета законы механического движения одинаковы. В этом состоит принцип относительности Галилея.